Лиги Фалько. Главный бой вечера. Весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб Джашкуч Ноукен. Встречайте, Махамад Алиев и Собей. За чемпионский пояс Лиги Фалько, весовая категория 77 килограммов. Слева от меня синего боец представляет бойцовский клуб Джашкуч Ноукен. Боец является победителем GFC-2, является победителем RFC-6, является победителем ВЭФ. Боец является мастером спорта по ММА и является кандидатом мастера спорта по борьбе. У бойца 5 побед, 1 поражение, 0 ничьи. Возраст бойца 23 года. Рост 1,85 м. Вес 77 килограммов. Встречайте! Махамад Алиев! И Собей! Справа от меня. Красный угол. Боец представляет Республику Узбекистан. Тренируется под руководством Абдуразакова Дильмурада. Бойцу 28 лет, рост 1,84 м, вес 77 килограммов. Встречайте, Бокибаев Уткербек! Бойцы на середину. Я вручу.
приемом победу одержал Магомед Алиев и Исабек! И становится новым обладателем чемпионского подиума FFC! Представляем слово победителю, обладателю пояса, чемпионского пояса по весе FFC! Ассаламу алейкум, Элизайлин. Бул бойло азгүндүн ичинде даярдандык. Бирок ошентсе да жеңиш бизде болду. Алардын колдоосу ар бир билсе. Жана да ушул FFC уюмунун президенти Шерака жана Астана ака силерге рахмат чоң. Ушул бойду коюп бергенге ака Алла ыраазы болсун силерге. Жана дагы кыргыз элин баарына, ушул бүгүнкү келген элдердин баарына рахмат айтам. Жана дагы мен ушул жеңишим марқұм Аталмай жана апама багыштадым жана кыргыз элиме, кыргыз элим ага!